Сәлем, жастылек! Сен өміріндегі ең жауапты қадамды жасағалы тұрсың. Университет және мамандықты дұрыс таңдау адам болашағы үшін өте маңызды. Я тебя очень сильно понимаю, ведь я сама была в такой же ситуации. В тот момент я выбрала Кызыларжинский государственный университет имени Куркай-Тата. И это было одним из правильных решений в моей жизни. Хочешь узнать почему? Досмотри это видео до конца. Check it out! Меня зовут Алдабергена Райлам. Я студентка 4 курса Кызыларжинского государственного университета имени Куркай-Тата. Обучаюсь я на основе государственного гранта по специальности агрономия и являюсь двукратной обладательницей президентской стипендии. Сегодня наш вуз, имеющий более чем 80-летнюю историю, один из крупнейших научно-образовательных центров Республики Казахстан, входящий в топ-10 ведущих вузов нашей страны по подготовке высококвалифицированных и многопрофильных кадров. Качественный педагогический состав, наличие зарубежных преподавателей и совместно с зарубежными вузами учебных программ. Ежегодно в структуре университета появляются новые, актуальные, востребованные временем направления и профили подготовки. Совершенствуется материально-техническая база, ведь именно эти компоненты являются важнейшими при выборе университета. За 4 года обучения в своем университете моя жизнь очень бурно проходила, не только обучаясь, но и расширяя свой кругозор, свой круг общения, свое мышление и развитие. Внедряясь в мировое образовательное пространство, наш университет поддерживает тесные связи с международными высшими учебными заведениями и научными центрами Польши, Кореи, Китая, Болгарии, Турции, Российской Федерации. Я получила дополнительную колоссальную практику, знания и опыт в профессии агрономия, проучившись в двух европейских университетах Lodz University, Польша, и Thrakia University, Болгария. Обучение в двух вузах проходило на английском языке. Успевая учебу, я посетила свыше 10 стран и 19 городов мира. На данный момент знаю пока что 4 языка. В Польше я проучилась по смежной специальности «Ландшафтный дизайн». Это современная профессия, постепенно внедряющаяся в нашу страну и которая имеет большое будущее. А эти все навыки и большее ты можешь получить, обучившись по специальности агрономия, так как именно эта профессия охватывает полный спектр различных наук, как селекция, почвоведение, генетика, физиология растений и других профессий, что позволит тебе стать многопрофильным специалистом. В 2018 году я вошла в топ-50 лучших студентов Республики Казахстан. В 2019 году стала лидером 21 века, и моя автобиография опубликована в двух республиканских и международных книгах. Несколько раз ездила от имени университета на конференции, защиту проектов, где занимала почетные призовые места и поднимала статус своего университета. Поддерживая связь с зарубежными вузами под руководством моего научного руководителя Нурымовой Раушан Дусенены, написала свыше 15 статей, которые опубликованы в международных журналах и сборниках. Помимо обучения, протекает безумно бурная социальная и спортивная жизнь, полная различных активистских движений и мероприятий, где ты можешь показать себя не только по части науки, но и в общественной составляющей, в бизнес-стартапах, в различных проектах, соревнованиях, развивая в себе такие важные качества, как уверенность, целеустремленность, лидерство, авторитетность, умение работать с публикой, самодисциплина, при этом создавая себе яркое и перспективное будущее. Этот весь опыт и знания я получила благодаря моему университету, который предоставляет очень большие возможности реализовать себя во многих сферах своей профессии, стать квалифицированным специалистом, раскрыть свои потенциалы, познакомиться с научной, социальной и увидеть все прелести студенческой жизни. Ведь именно эти годы должны запомниться на всю твою жизнь. Тысячи наших выпускников достигли больших успехов в карьере. Среди них руководители крупных предприятий, компаний, знаменитые ученые, депутаты, общественные деятели, бизнесмены.
Начни и ты свой карьерный рост, и будь же ты одним из самых лучших. Эти все навыки, образование и развитие ты сможешь получить, поступив в Кызылординский государственный университет имени Кургейтата. В конце своей речи хочу закончить цитатой Уинстона Черчилля. Never, never, never give up. Знай, что все у тебя получится, только верь. Желаю тебе удачи, не прогадай с выбором.